Читайте только в МК-Эстонии. Сезон гриппа в этом году начнется позже обычного, но он обязательно будет. Специалисты предупреждают, что нужно делать и на что обратить внимание. Читатели МК-Эстонии собрали деньги на операцию девочки, которая не могла сама дышать. Хорошие новости. Теперь трехлетняя Лиза пошла на поправку. Как должны и как на самом деле работают семейные врачи. Мы сравнили постановления и законы с ответами самих врачей. Узнайте, на что вы имеете право, когда идете к врачу. Могильщиков из Ихви уволили после статьи в МК Эстонии о нечеловеческих условиях их труда. Мы узнали, почему все советуют работникам бороться за свои права, а на деле недовольных просто выгоняют, и никто не может вступиться. МК «Эстония» – ваш семейный еженедельник.